Меня Леша зовут. Катя, очень приятно. Мы запишем себе чуть-чуть видео, типа, да, как, да, как это все происходит. Да. Вот, иногда что-то интересное случается. А можно на тыве, да? Да, да. Давай, да, возьму, чтобы у меня удобнее было. Я просто юрист, у меня профессиональная деформация. Я тут, пока до определенного количества общений не дойду, всем... Ксения получила заказ на съемку. Сказала: Леха, идем фоткать эльфа в лесу. Вот мы ходили, искали это место, где мы найдем рядом несколько интересных локаций. Вот смотри, вот эти кусты, которые висят, да? И, по-моему, за ними была тут вся движуха со всякими этими мхом там и все такое. Вот тут прикольно, что вот эта травка, помнишь, мы говорили? А вот это тебе нравится, Ксю? Смотри. Оно такое, по-моему, прикольное. Оказалось, что Екатерина, у которой есть пес Корги, создала украшение, серебряное украшение для владельцев этой породы собак. А что он это расстегивается, там что внутри? И мы создавали, ну так скажем, историю. А что тут за пятна крови? Там краска, наверное. Да-да, краска. Да, для того, чтобы Екатерина могла использовать эти фотографии для иллюстрации. Чего там одето? Можно поворачиваться-то, нет? Вот этого украшения для мест продажи. Прикинь, да, наклейки. А он отклеится потом? Ну, это же не момент. Ну, ты знаешь, как они, наверное... Ну, целый день-то точно продержится. Я думаю, да. Вот у него куку. Чтобы оно имело вид коллекционной вещи. Угу. Ты подскажи, может, что одеть надо или что? Или у нас, ну, у тебя будет одно украшение? У нас главное одно украшение, да, это да. Я больше для предметки брала, чтобы потом можно. А ты их выпускаешь в какое количество экземпляров? 100 штук. А продаются они где? А, пока на сайте, сейчас добавится Инстаграм, этот Яндекс.Дзен, там история пишется, и ВКонтакте. Ну, я посчитала, в России где-то, мне кажется, около 100 тысяч коржей. Ну, корги собрали. А, то есть, типа, конкретно это украшение, оно для владельцев корги. Владельцев корги, да. И корги. Ну, прикольная идея, кстати. Ну, оно у тебя очень узкая целевая аудитория. Ну, Ксюша, давай, подержу, иди, помоги застегнуть. А, да, помоги застегнуть. Так, подожди, смотри, вот эту штучку. Ага. Вот ну, я думаю, сделать вообще линейку сейчас пошло такое дело, что каждой породе нужно... Ну да, если пойдет, а что нет? А ты не хочешь сделать как бы дальний такой план, как будто она выходит из леса? Вот видишь полоску цвета? Вот на нее вставай. Лёх, смотри, вот главное поймай. Я пойму. Да, поймал. Вот, нет, вот, да-да, вот так. На лицо светим или куда? Да-да-да. Вот так. Все. Микрошаг вот прям вот. Прям вступить. Да-да-да-да. И потихонечку уйдешь и раскрываешь свой плащ. Ага. И вот так вот покачиваешь. О. Можешь смотреть не только на меня, но и вот куда-то вдаль, в лес. Ага. Как будто там корги. Смотри, сможешь забраться вот на эту? Все, пошло. Вот на эту? Нет, дыши. Вот там, да? Ага. О, у меня мощный свет вышел. Это немного? Ну, хорошо, хорошо. Ага. О, очень круто. И тихонечко вот так вот, да. Нет, нет, не ногой, а рукой лучше, вот. Да-да-да-да. Ага. Я вот это очень падает. И такая, знаешь, прям изучай местность с любопытством. Да-да-да, вот за белкой следи. И это, причем еще, знаешь, улыбайся этой белке не только ртом, но и сердцем, печенкой. Движение. О, это не сильно? Не-не-не, хорошо. Вот так? Да-да-да. Вот чуть-чуть сюда.
Вот, красотенечка просто. О, платье супер. Платье прикольное, да. Как круто. Да-да-да, сейчас сижу. Ты села нормально? Да, я села. А, ну все, хорошо, сиди. И да-да, можешь вот так взять. И они бы у тебя, знаешь, такие держались. Чуть-чуть сюда. Угу. И печенкой улыбайся, отражать. Ну, отойти куда-то? Ты можешь улыбнуться еще сосками, это тоже прикольно. Они залеплют. О, блин, ну все, мы не увидим сосков. Ну вот, все, уходим. Собираемся. Да, попробуй наоборот тогда боком и лечь на вот это дерево вот так вот, чтобы ты смогла лечь на него. Кошечка. Лёха, чуть-чуть вот сюда цвети повыше. То есть сам отражатель подними. Да. Выше. Блин, меня так не видно. Ну, я тебе скажу точно. Но. Ага, вот так, вот. Так? Да, и чуть-чуть сюда. Угу. Ходи с этим. По тропиночке, вот где-то вокруг буквально. Угу. Только далеко не уходи. Вот, все, и вот возвращаешься. Вот твой кружочек. Ага, теперь беги. Ага. Беги к нам. Беги. Ага. Тебе знаешь, короче, надо, чтобы ты... Я что-то все не соображу, что я отражателем-то все закрываю, блин. Когда ты к нам прибежишь, получается, ты вот этим вот плащом меня вот так вот делай и окутай меня. Угу. Вот, точнее, убегай. Беги! Ага. А давай вот прям рядом постой со мной и поокутывай таким плащом. Прям тебя, да? Да. Вот так. Оля, тихо. Вот, хорошо стоите. Спасибо. Давай палочку берем, да и все. Ощущаем вверх. Упс. О, я нашел свет. Да, вот так и подсвечивай. И прям пересчитывай, считай в уме овечек. Теперь давай вот этим папоротником аккуратненько вот так вот у лица поводи. Угу. Алло? Да, вот вам нужно под этой же дистанции пройти переход. И там еще один маленький переходик пройти, и там вас сейчас встретят. Ищем Ваню Скорги. Привет, это я. День добрый. Лёша. Ваня. Все отлично. Привет. Классный пес. Он такой бодрый прям. Нам, короче, вот примерно вот туда, где-то, ну не знаю, минуты полторы. Ну а тут он этот по тропинке прям. Да, я вижу, иду. Конечно, через все ветки надо пролезть. Вот там паутина даже, крутяк. Да, это не нравится. Винни, привет! Привет! Хочет к маме! У меня другая проблема, я упаду. Я свечу, но солнце как бы не фонтан. Вот, да. Прикольный пес, да, вообще? Ты нас боишься, что ли, или чего? Только не прыгай меня, пожалуйста, не прыгай. Привет. Ой, привет. Он же чернеет, как будто друг друга бьется. Ты что, кого-то тут пристегиваешь? Так, может, у меня жарко, твои шубы снимаешь. Я хочу, знаешь, какой кадр? Мне очень нравится, когда он спереди, а я на заднем фоне, mm-hmm. сзади. Типа, знаешь, как ну, типа, ногу поставил, и он чуть-чуть натянутый вперед такой подается. Mm-hmm. У меня солнца нет. Ну, ничего страшного. Пойдем, пойдешь к нам?
Все застрял. Не-не, пожалуйста. С другой стороны, очень смешно выглядывает. Очень круто. Умница. Сиди, сиди. Сиди. Не-не. Винни, кс-кс, надо делать так. Ты делай ему кс-кс. Ой, он такой милый. Слушай, фотогеничный вообще капец. У него поэтому 10 тысяч подписчиков. Ого. Ты ведешь его ин? Да. Так я ж тебе с него и писала. А-а-а. Я думала, это твой просто. Нет, там собачка. Развернись. Развернись, пожалуйста. Поворот. Иди сюда. Разворот. О, жесть. Гладь, гладь, гладь. Я видосики снимаю. Правда, вкуснее, конечно, чем мне твой кис-кис. Когда-нибудь коряга. Так, что мы с ним ходим вокруг? Да. Вот прям рядышком дерево. Рядышком дерево. Давай вперед. Давай. Ой, суперски. Ну, еще разочек. Ага. Давай вперед. Давайте вперед. Ну, этот, Винни на опыте уже. Иди, 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 иди. Вот для кого шуба была, все понятно. О, круто! Кому надо положить сейчас? А эту бляшку, где она? Насилие над животным. Сейчас. Сейчас я пару кадров сделаем. Держи бляшку. Ты молодец, пёс. Я говорю, это надо шаманские штуки перед фотками зажигать. Что-то делать? Каком-нибудь фоне. Вот сюда, вот сюда, куда? Дымить-то надо или что? Да, сейчас дымим. Ну, вот тут вот так. Уа! Господи, давай! Мы должны туда тоже не понимать. Можем потусить тут еще пару часов. А это там нужно со светом тогда быть. Потому что свечки-то будет видно, а героя не видно. Там это обратная ситуация. Мы снимали вечером фотовыставку. Как я делаю фотовыставку. Ну, больше нравится. Вова, еще кофе. Да, прикольно было. Суперски. Это тебе не модели показывать, куда смотреть. Лапу дай. Дай лапу. О, круто. Коржики. Сладкие коржики. И вот эти нет.
Ой, вообще классно, классно. Татья там. О, офигеть, как он развивается. А он специально шире, чем. Ну, смотри. Контролируешься. Сейчас. Мои нелепые танцы. Не, круто получается. Да. Вот. А у тебя есть кадры, ну, реал издалека, мне кажется, они такие для затравочки будут прикольные. Да. Так, ваше впечатление? Мне кажется, это было здорово. Мы сделали очень много кадров. Оказывается, с животными работать не так-то легко. Они постоянно отвлекаются на всяких мышей и съестные штучки. По десятибалльной системе эту съемку вы оцените на сколько? Ну, до обработки, я имею в виду. После обработки понятно, что все будет супер. Будет, да, будет десятка после обработки. Но я думаю, мы сделали где-то 6-5-7 локаций. 5-7, да. Ну, да. Мне кажется, это успех. Но это, мне кажется, классный лес, потому что тут недалеко ходить, и они разные, да, получаются. Да, они все такие, да, прикольные. Так что я думаю, будет очень много разных кадров, как хотела Катерина. А у вас какие впечатления? Вкусненького дали? Вам понравилось у нас сниматься? Вы посоветуете нас своим друзьям? Конечно, посоветую. А друзей узнали, и друзьям передадим.